Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Месяц октябрь, 31-й. Святой мученик Епимах был родом из Египта. Долгое время он жил отшельником на горе Пелусийской. Во время гонений на христиан в Александрии, около 250 года, святой Епимах, пылая ревностью к истинной вере, пришел в город, разрушил языческих идолов и безбоязненно исповедовал Христово учение. За это святой был предан мучениям. Среди людей, видевших его муки, стояла женщина с больным глазом. Капля крови мученика исцелила болящую. После жестоких мучений святой был усечен мечом. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.